Коллекция скифского золота из 4 крымских и 1 киевского музея отправилась в Голландию еще в феврале, когда Крым находился в составе Украины. Теперь, когда выставка подходит к концу, Киев решил предъявить права на ценности. Главный аргумент – все предметы являются частью музейного фонда Украины. Крымская сторона с таким поворотом событий категорически не согласна. Все эти вещи, найденные на территории Крыма, они не имеют отношения к какому-либо региону Украины. Это часть культурного наследия Крыма, и, соответственно, эти предметы должны оставаться в Крыму, в крымских музеях. По словам специального представителя президента по международному и культурному сотрудничеству Михаила Шрутко, в документах на подобные предметы обычно указывается совместная собственность – музея, в котором хранится коллекция, и государства. Но отдать золото скифов Украине, по его мнению, нелогично. Есть естественное требование музеев Крыма вернуть эти художественные предметы, имеющие большое культурно-историческое значение, в те музеи, откуда они были взяты, потому что это золото является частью крымского наследия. Тем временем руководство музея имени Алларда Пирсона в Амстердаме сохраняет нейтральную позицию. Они предупредили, что без конкретного решения суда отдавать коллекцию ни Украине, ни Крыму не будут. Крымские музейщики говорят, это решение голландских коллег дает хорошую возможность вернуть уникальные экспонаты на полуостров. Мы не говорим о том, что эта ценность имеет только золотые или серебряные. Ценность имеет и даже глиняный кувшин, потому что веками сохранившаяся вещь. Для нас ценность – это не просто там золото или серебро. Сотрудники музеев надеются, что решение суда будет в пользу Крыма. Ведь в противном случае республика потеряет самые лучшие экспонаты. Виталий Попач, Время новостей.